Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И сегодня я буду играть схватка с боссом. И выбираю я Титана. Титанчика выбираю. И поехали! Так, кто у нас там? Ух, нифига! У нас мы, ребята, играем за зимний период. Так, едет у нас какой-то чувак. Сейчас мы его попробуем щелкнуть. Давай. Едь сюда. Раз. Два. Три. Три удара. Все, уничтожили мы чувака. Следующий едет армада. Ладно, давай, едь. Едь сюда. Блин, я не знаю даже, как тебя победить. Давай я назад отъеду сюда. О, а кто же эти шипы-то сюда так поставил близко? О, на. Фига, с одного удара. Вот это он легкий был. Так, следующий у нас легион. Ага. Так, а ну видишь, у меня затормозило ни влево, ни вправо. Так, а ну-ка убежим сюда, подальше. И потом будем так вот ехать и стрелять. Раз, два. Два удара. Да, нифига. Два удара хватает мне, чтобы уничтожить его. Кнут. Вот этого я люблю. Так же самое, отъезжаем назад. И поехали. О, видишь как? Два удара. Так, вертолетчики. Сейчас будем с ними воевать. Вот здесь я встану. Буду его ждать. На! Ух ты, нифига. Есть! Уничтожили. Так, вот этого главное уничтожить надо, бомбардира. Сейчас попробуем. Раз, два. Да ёлки-палки, давай едь сюда. Опа, получи. Так, 4500 у нас монет. Лазерная пасть. Так же самое, смотри. Отъезжаем сюда, подальше. Ух ты, тихо-тихо-тихо. Все, а теперь подъезжаем. А где он? А, вот он едет, смотри. О, есть. Еще удар. Хорош. Смотри, я его даже оттолкнул, мне кажется. Фига себе. О, ё-моё, кто это? Повелитель, повелитель, ребята. На, повелитель. Тихо-тихо, а, смотри, что он делает, а? Лазером. Гаденыш. Все, уничтожили мы этого повелителя. Офигеть. Так, удар грома. Давай. Сейчас мы сюда немножко. А, нет, подожди, не надо нам. Мы здесь будем стоять. На! 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 Есть! Чуть меня не стрельнул, а? Стоял, смотрел прям. Прям-таки стоял и смотрел. Так, армада, но он быстрый. Он быстрый танк. Как бы если я сюда встану, захилюсь, то он уже здесь будет стоять. Смотри. О, вот, видишь, он уже здесь стоит. На. 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 О, отлично. Вообще, что 5000 монет у нас, представляешь? Так, легиончик, легиончик. Так же самое у нас, смотри. Отъезжаем назад. Ждем, когда подъедет. А вот он и подъехал, смотри. Теперь вот здесь вот стоим и пытаемся его убить. Вот еще один ударчик. Готово. Вот. Теперь уже нормально, 5000 монет. Теперь за каждого, ну, следующего танка буду давать больше монет. Давай, едь сюда. Блин. Да, также мы здесь стоим. Ждем, когда он подъедет. Вот, подъехал. Видишь, а раньше не хотел подъезжать. Поэтому только так и играем. Вот, я сразу же стреляем, как мне дадут такую возможность. Мимо. Есть попадание. Так, вот здесь я постою немножко. Опа! Есть! Так, 5150 стало, 5300. Да, 150 монет где-то дают за одного.
сбитого самолета, вертолета. Так, давай, едь сюда. Раз, два. Есть, еще третий раз. Блин, не успел. Не успеваю. Он очень хитрый. Он очень хитрый, ребята, там. Сейчас еще раз стрельну. На, готов, уничтожили, все. Да, к сожалению, у нас даже захилиться нечем. Так, лазерная пасть. Ну, лазерную пасть можно здесь, как бы, ждать. Ну, можно отъехать. Чтобы он поближе подъехал. Ну все. Давай, 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 подъезжай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, уничтожили лазерную пасть. И у нас вот он, повелитель летит на ложке. Нифига, он сильный. Слушай, этот на НЛОшке, он сильный. Но мы его убили. Разрушился танк. Блин, нифига. Все равно мне жалко, как бы он мне половину жизни отбил. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Опа, 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 танк. Тихо, тихо, тихо. Ах ты вонючка. Ах ты вонючка. На. Он-то особо не сложный там был, ну ладно. Дальше армада. Ну и повторяется все. Ох, нифига, как ты сюда приплыл-то, а? Как ты приплыл сюда, спрашиваю? Блин, вообще волшебство. Надо рекламку посмотреть. Спасла немножко, да, нас реклама. Чуть-чуть. Ну а куда деваться? Так, сейчас мы его отщелкаем. На, получай еще один удар. Все, готово. Ну вот, 6000 монет. Осталось еще 3000 монет, ребята, и мы откроем Марс. Так, Легион едет. Давай сюда, подъезжай. А, нет, нужно отъехать немножко. О, все, 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 все. Далеко уехал я, ладно. Эй, тихо, ты что творишь, гад? Ты меня прям целишься, да? Вот, теперь. Так, а мне тут еще захилиться предлагают, да? У меня здесь есть чем захилиться, ребята. Ну, давай, чуть-чуть захилимся. Ой, хорошо, отлично, отлично. Все, кнутика я сейчас щелкну. Да какой ты сложный, а? Да ё-моё, подожди, на! Мне надо в голову стрелять, чтобы уничтожить. А вот и полетели летающие танки. Почему-то я стоял на месте и не мог шевельнуться. Да, меня взорвали. Давайте один на один что-то поиграем. Сыграненко. Ох ты! Красный против черного, да? Ладно. Красный против черного. Получай снарядики. Куда ж ты, дружище, убежал? Есть. Где ты там? Прячься. На. На. Все, разбили мы его. Победили. Звездочку заработали. Эх, давай дальше поиграем. 6500 у нас монет. Ну, надо еще много монет, кстати. Так, а я вот здесь стану, слушай, почему бы нет? Опа, нифига, я прям в башню стрельнул. Бедолага. Все. Уничтожили мы его. И еще до третьей звездочки откроем сундучок, посмотрим, что там будет лежать. Так, здесь мы тоже, в принципе, сейчас спустимся. Прагматик какой-то, смотри, чувак. На! Опа! Подожди. Он наш бедолажка перевернулся.
Так, мне нельзя подниматься наверх, то я не смогу в него попасть. Только сверху вниз. И давайте откроем сундучок. Что там лежит, посмотрим. Ничего интересного. Ну что ж, да, ребята, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.